гражданский арест. Если дальше нас будут арестовывать, предлагают делать гражданские аресты здесь и менять на наших. Только так. Мы дончане, как так случилось? Один человек объявил войну всей Донецкой области, а мы стоим и не знаем, что делать. Давай, дорогу! Дорогу! Четыре года наши отцы и деды освобождали Украину от фашистской нечисти. Мы виноваты перед ними. За четыре месяца фашисты взяли Украину. И что получилась интересная вещь? Единственное, Донбасс, Луганск, Харьков, Днепропетровск, Запорожье чтит наших беркутов, работников внутренних войск, работников милиции, донецких милиционеров. 300 человек прошли через жернова Киева. И что мы получаем взамен от наших работников милиции? Повестки. Повестки, аресты, уголовные дела. Но нельзя так. Но повернитесь к своему народу. Давайте вместе выйдем и снесем фашистскую власть эту. Если мы будем хохлами, в том смысле, который нас, как нас называют, у нас победы не будет. Пора, по-моему, всем объединиться и подумать, кто мы, о нашем светлом будущем и о нашем славном прошлом. Давайте вместе думать, как выходить из этой ситуации.